Итак, сейчас в разных как бы положениях свидетели должны полопать шарики. Итак, свидетели, как бы, вы должны показать положение любви. Молодоженого ожидает первая брачная ночь, вы это покажете. Итак, положение любви, как бы, для тех, кто, в общем-то, имеет фантазию, поехали. Разными способами лопаем шарики. Итак, с чего начали? О! Не повторяемся. Продолжаем. Итак, пританцовываем. Что, больше? Подождите, только что... Стульчик у вас есть. Стульчик, кто там садится на стульчик или... Нет? Стульчик, стульчик! Так! А без рук мы не можем, да? Все, постоянно нужно помогать руками. Стульчик, так! А по мне... Поменялись местами. Надули, зарядайте. О! И! Отлично, ну что? И как теперь? Еще один шарик. Что-то такое нужно. Еще один. Все, один остался. Итак, финал. Сидельница, отвернитесь от него. Так, подсказываю, что делать. Так. Рука, так. И так всегда. Ну что, ваши аплодисменты. Я думаю, что свидетели, в общем-то, три желания исполнили, остается только, ну, вы готовы отдать? Разве что рюмочку.